Краевой театр защитника Отечества приехал гастролями в Северский район. Мероприятие в Эфипском доме культуры посвятили 80-летию освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Зрители приехали со всех уголков муниципалитета. С приветственным словом к собравшимся обратились депутат законодательного собрания края Сергей Орленко и глава Северского района Андрей Дорошевский. Я хочу, чтобы вот молодежь, которая здесь сидит, чтобы они никогда не познали ужаса войны. Чтобы наши дети, внуки жили в мире и спокойствии. Я выражаю искренние слова благодарности тем ветеранам, которые выставили Великую Отечественную войну. Кто погиб и умер, светлая им память в Царстве Небесном. Хочу выразить слова благодарности ребятам, которые сейчас исполняют свой долг специальной военной операции. Наша задача общая и цель – их поддержать, им помочь. Перед началом спектакля творческие коллективы района организовали настоящее театрализованное представление. Исполнили патриотические песни, которые не оставили зрителей равнодушными. Шагают предки с нами, как живые, течет река. Артисты театра защитника Отечества привезли в Афипский спектакль «Не покидай меня». Драматическая баллада о войне, любви, о человеческих ценностях и жестокой необходимости идти на смерть во имя своей Родины еще раз напомнила зрителям о чести и чувстве долга перед Отчизной.